едем в город Хвалянь. На Ноябрь. 19 ноября. Я наврал вам. Потому что вот рисовое поле. Риса до фига. Рисом не корми, дай риса поесть. О, солнечные панели. Совсем о панели. Вот. Город называется... Ну, населенный пункт называется... Я снимаю, что называется... В общем, какой-то тут населенный пункт. Чао-чжоу. Город называется Чао-чжоу. Чао-чжоу. Ну вот, теперь забор. Забору нет. Пока.